Давайте опустим оружие, чтобы никого не напугать. Появился один с пистолетами и пулеметами. Цель номер 3. Вижу цель. Смотреть по сторонам. Здесь один солдат единства. Вон там, у контейнера с продовольствием. Мы их спугнули. В зоне гражданские. Расслабьтесь, мы еще живы. Эй, так тут вот как выглядит вербовочный пункт единства. Этот пятый. Они на чеку. Они нас засекли. Не шумите. Я иду на позицию. Мне надо сменить позицию. Чё, получше. Позиция получше. Больше не вижу цель. Вижу цель. Эти козлы идут сюда, указать, у нас план. Нет, открываю огонь. Поставим маячок, чтобы повстанцы подобрали потом эти припасы. Осколочная! Получай! Черт, беги оттуда! Осколочная! Пристегнитесь! Эта музыка навевает воспоминания. Она из тех времен, когда мы с моим братишкой Хави пришли на ту вечеринку в Лос-Анджелес. Мы там особо ни с кем не тусовались, но я западал на одну девчонку, брат которой там был. Нам с Хави было 14. А так как мы были совсем пацанами, мы собирались там сразу себя конкретно поставить. Но Хави, он был постоянно убитый, так что мы туда он увидел на углу красный фургон Стака.